хочу посмотреть пояс, если не забрали, забрать. Может быть, надумаю. И две сумки хотела бы. Здравствуйте. Белый поясок хотела посмотреть. О, еще какой-то номер. Сумки нравятся. Ну да, это 1250. Нет, это 600, она не настраивает. Она под кожу. А вот эта Стефана, как у меня. Сумка. Сейчас извиняюсь, плохо. Неудобно. Девочка вышла. А, какие же 250 надо забрать сегодня эту сумку. Сейчас я подумаю. Интересно, но не люблю такие ручки. Детская, как всегда, как красиво. Просто прелесть. Детские вещички. Венчально погребальная. Что это фирма? Донецк заполонен. Красивый штабель какой. Только из-за цвета. Уже к выпускному подготовка. Люблю такую вот плану рубашечки. У меня их тьма. Хоть посмотреть. 380 рублей. Такие расцветки люблю. Класс цвет. И даже прям тут даже что-то пришито. Нажала нечаянно. Жанина. Ого. Прям с именем Лосина 220. С целой простыней. Маленький размер, какие хорошенькие. Цвет есть. Амису, как правильно. Цвет классный. Классные штаны. 330 рублей. Какие классные. Все маленького размера. Нравятся мне такие смешные штаники. Жаклеты, вещички, сарафанчик, штабельный, класс. Написано Роберто Кавалли. Ну как-то так зашито сильно. Так сильно зашита сама эта бирка, что не верится, что эта фирма могла так неаккуратно пришить. Ну, само такое интересное летнее пятно огромное увидела. Будет очень интересная штуковина. Не знаю, как они все называются, но классно. Классно. Тоже интересно. В этом парке появились секонди интересные шмоточки. Прям все на все 280.
интересный цвет. Очень. Модневая рубашка. Такая рубашка модневая. Класс. Сразу на лапки. Готовые лапки. Вот это мне понравилось еще. Зара. Ну, какой. Птичечка, кошелечечек. Заберут. Хорошенький. Ткань какая красивая. 660 рублей. Ну, кусок огромный. Какой клет красивый. Одеяло. Не знаю, сколько стоит, но медализм очень красиво. А тут сейчас цены без скидок. Ну, это, наверное, какой-то кожзам. Непонятно. Ну, новая. А там стоит Майкл Корс. Но убита. 280. Ну, такая убита. Рюкзачок. Ой, какую интересную увидела. О, какая классная. Какие вот такие вещи. Классная, классная. Застегивается как раз на меня. М-ка. И стройнит. Кусочку детская, какой хорошенькая, прям просто. Ой, какая прелесть. Детские вещички, просто чудо. Я всегда удивляюсь, как их не расхватывают тут же. Очень красиво. Ладно, пошла домой. Сегодня. Если эту куртку не заберут, пока она хотя бы на 10-20% подешевеет, я ее заберу.